тебе, бэйби, лучше твои детки. Ну, еще очевиднее становится, когда челы без шансов тебя вырубают. Как же им похуй! Как же им похуй! Блять, ну СТГ просто ебет теперь это. А он мне все в голову дал. Это просто охуеть можно. Где? Где я заспавнился, бля? Где я нахожусь? Где я? А, все, я понял. Бля. Ну это на самом деле неплохой спавн. Ему показал, что такое аим-ассист. Ёбаный рот. ХЗ на самом деле. Газ рядом с вами. Безопасная зона сместилась. А ну там типа, знаешь, ты какие-то эмоции получаешь именно в момент, там, типа, первый, там, 10, 15, 20. Ну, кто сколько, кто на что играет. Согласен. Рам-7 не выглядит как палка с прицелом. А еще на МВ-шных пушках есть пиздатый обсидиан. Мне очень нравится обсидиан. Но, к сожалению, тратить время на обсидиановые пушки, с учетом, что я буду играть с ними 0-0 и хуй вдоль времени, я не вижу смысла. Вот у меня есть обсидиановый коряк и обсидиановая МП-5. Больше я ничего не вкачал. Потому что к моменту, когда мне захотелось скачать другие пушки, они уже сосали хуй. А сейчас тратить время на прокачку этих обсидианов я не вижу вообще никакого смысла. Ну типа, зачем? Как же я ему показал, что такое аим-ассист? Ёбаный рот!
противник начинает высадку. У них работает БПЛА. Цель помечена! Разнесите ее! Это Феникс-3, захожу на цель. Противник жив, повторяю, противник жив. У них работает БПЛА. Деньгов нет. Серьезно? Чудо-гном. А как же он размансил, видели? Нет, там по 40 хуёвые очень. Осторожно, газ приближается. Противник начинает высадку. Ага.
расширяется. Безопасная зона теперь в другом месте. Танцы и покупок снизили цены. Бля, это... У меня персонаж просто встал на месте. Быть народом. Не вставайте, иначе ваши координаты станут известны. При сканировании обнаружены цели. Ликвидируйте их. Осталось 10 игроков. Возвращаются на заправку. Обидно. Обидно.